прошлом туре, можно сказать, так дебютировал в этом сезоне. Вот, все-таки много времени пропустил и решил сыграть за дубль 60 минут, почувствовать как самочувствие, как состояние. Вот, и самая главная задача, чтобы залечить травму и набирать дальше кондиции. Так что, в принципе, пока все идет по плану. В следующей игре я буду в обойме уже со «Спартаком» и плодотворно готовлюсь к команде. Что для «Локомотива» матч со «Спартаком»? Что-то больше, чем просто борьба за три очка? Ну, не стоило бы как-то акцентировать на этот матч. Все-таки не так много осталось, и все матчи важны. Понятно, что со «Спартаком» всегда особые матчи, да. Это дерби, да, и матч может по-разному сложиться. Вот, то, что мы прекрасно знаем соперника и будем к нему готовиться, вот, и будем гнуть свою линию, будем показывать свой футбол, то, что мы всегда делали. Это факт. Сами видите по турнирной таблице, что все так плотно, да, и действительно мы сами себе планку создали и сами держимся вверху турнирной таблицы. Это не просто так, да, мы сами доказали это все благодаря нашей команде. Ну, поэтому, опять же, повторюсь, что все будет решать последние матчи. Ну, они будут очень важны. Вот, и это футбол, как будет, так и будет. То, что мы чувствуем себя физически хорошо и полностью готовы, и атмосфера в команде прекрасная, это факт. Поэтому я надеюсь, что все для нас выйдет положительно. «Спартак» не может «Локомотив» несколько лет обыграть. Как думаешь, это давит на них? Ну, так смешно, можно сказать, складывается. Я когда выступал за «Спартак», мы не могли обыграть «Локомотив». Сейчас все по-другому. Конечно, для меня сейчас это все положительно складывается. Но вот, не стоит на это акцентировать, это история. Вот. Каждый матч может сложиться по-разному, поэтому мы готовимся, вот, и назад не смотрим, смотрим только вперед.